Всем привет! Сегодня у нас на обзоре зарядное устройство, совмещенное с пауэрбанком Lykota 100. Открываем пакет. В комплекте у нас идет зарядное устройство, USB кабель и инструкция на английском языке. Вы можете нажать на паузу, чтобы прочитать ее. Кабель USB хорошего качества, толщина его 3,5 мм, и при этом он имеет неплохую эластичность. Длина кабеля 57 см. Устройство небольшое, весит всего 45 грамм. Корпус сделан из качественного пластика. На обратной стороне краткое описание режима заряда. Здесь находится USB вход и выход зарядки на 1 ампер. Это универсальное зарядное устройство. Оно может заряжать никель-метал-гидрид, литий-железосульфат, литионный и литионный аккумулятор на 3,85 вольта. Сегодня мы обозреваем литионные аккумуляторы. Первым у нас идет 18650 с плоским плюсовым контактом. Контакт хорошо прилегает. Следующий у нас 18650 с платой защиты. Помещается без проблем и остается небольшой запас 1,5 мм. Теперь самый короткий аккумулятор 18350. До конца контакт достает нормально. И 26650. Он без платы защиты, длина у него 67 мм. А в устройство помещается до 70,5 мм. Теперь замерим выходные токи USB. Подключаем нагрузку в 1 ампер. Тестер показывает 4,8 вольта и 930 миллиампера. Подключаем нагрузку в 2 ампера. И ток проседает до 4 вольт. Возвращаем обратно на 1 ампер. Ток стабилизируется. Его можно вполне использовать как пауэрбанк. Проверяем ток заряда аккумулятора. Для этого я подготовил разряженный аккумулятор. И заряд начался с 0,5 ампера. Для того, чтобы переключить режим заряда на 1 ампер, нужно удерживать кнопку около 3 секунд. Сейчас он переключился на 1 ампер, и тестер показывает 5 вольт и 1 ампер заряда. Все как указано производителем. Давайте теперь разберем устройство и посмотрим, что у нас внутри. Откручиваем 6 винтов. Снимаем крышку и видим плату и натяжную пружину минусового контакта. Хорошая сборка платы, качественная пайка. На обратной стороне у нас находится контроллер зарядки. Теперь собираем наше устройство обратно и подводим итоги. Мне понравилось устройство. Оно маленькое, недорогое, имеет хорошие параметры. Литионные аккумуляторы заряжают до 4,21 вольта. Это в пределах нормы. Преимущество у этого устройства – то, что оно может регулировать ток заряда. Устройство само распознает тип аккумулятора посредством замера напряжения и сама подбирает программу заряда. Но в случае с литий-железосульфатным аккумулятором вам придется режим в 3,2 вольта выставлять вручную.
А если в процессе зарядки устройство внезапно отключится, то оно уже включится в режиме лития на 3,7 вольта. Памяти в устройстве нет. А поскольку в устройстве еще нет и термодатчика, аккумулятор начнет нагреваться, и устройство его не отключит. Это может привести к возгоранию. Спасибо всем за просмотр. Если это видео было вам полезным, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал.